Иди вот тут смотри. Его зад, это где? Я всю жизнь думал, они обратно плавают, они вот это их нос получается еще пальцы. Ну я укладу тетка. Не надо закрывать. Смотри, как он плавает. Когда нашли вот этот булыжник такой, берешь его, он раскрывается и ползает. Да. Ой. Где глазки там у него? Покажи свои. Аня, посмотри, какая прикольная штука. Да я боюсь. Она такая цветная еще, смотри. Ты знаешь, что я. Ой, страшно. А мы вот большую увидели с размером. Надо маску, вот лопатка. Чтобы ты поплавал. Еще что-нибудь найдешь. Я бы палец поставил, но будешь откусить. Есть лопатка. Есть лопатка. А так он цвет меняет. Смотрите, черный становится возле лопатки. Прикол. Смотрите, смотри. Ничего себе. Аня, смотри, он... А он это как хамелеон. Хамелеон. Угу. Он в песке становится вот как песок невидимый. О, нифига, как он цвет поменял. Кай, смотри, он цвет поменял. А ну-ка, надо. И лопатку его так потрогал синеньким рядышком. Ну, потрогай еще раз. И он раз начал чернеть. Чернеть, ага. Я думаю, на песок бросить будет белый опять. Ну да. Смотри, 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 как меняет он такой-то. Он сейчас уже светлеет. Ну, эффект прикольный. И когда видел в интернете хамелеон, так ложили специально цветные очки рядышком, и он то зеленый, то красный. А-а-а. Ползет вот по ним и меняет цвет на ходу. О, смотри, 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 уже. Да-да-да, подожди. Смотри. Аня, смотри, сейчас прозрачный, сейчас будет черный. О, опять резко черный. Клево. Кальмарчик. Да. Он какой-то странный, не как все кальмары. Вот это какая-то разновидность какая-то, наверное. Вообще много жирности, очень мягкие. Мы были весной, так здесь эти отшельники большие уже, крабы большие. А сейчас все такое маленькое. А у него брюхо какое-то цветное, интересно. Ну, перевернулось. Сейчас почернеет. А вы вечером здесь не гуляли? Мы пытались, за нами охрана ходила и... А, им просто скучно. Им просто скучно. Так, перевернуть его еще надо. А плюется, да? Реактивный двигатель. От нас еще никто не выходил. Побелел снова. Ну, брюхо такое интересное. Не переворачивается. Так. Лишь бы не черным. Уже черным это я говорили где-то в передаче. Чего не дикана? Вот он плюется, наверное. Это у него просто реактивный двигатель. Ага. Мы когда выловили... Ой, ну, мы когда выловили, он тоже быстро плавал за счет воды вот этой. Ага. Реактивный снаряд. Не надо, не надо, не надо, не надо. Это и так не видно его. Не надо, не надо кашу делать, потом будешь делать кашу. Мы в столовку его возьмем, там сделают тебе не только кашу и салат. О, затрофировать брюхо. Еще один. Вот, вот он пуляется этими черными. Чернилами он пуляется. Катя, отойди. Эмил, отойди, а то сейчас плюнет. Иди сюда, да. Давайте отпустим. Да еще успеет. Он же тут, представьте, 365 дней в году. И только один день у него шоу. Андрей. Ау. Да смотри, сейчас как хляпнет, как в воде. Ну ничего, будет белый фон. Был белый, стал черный. Фу. Это он плавает. Сейчас мы его на мойку. Так, не хватает ручек. Сейчас его сюда. Надо этот яд куда-то выкинуть. Черный, мало ли нас. Счастье. Так, мойка. Он вообще какой-то цвет поменял. Смотри, это пятнистый. Покрылся какой-то фигней. Это он имитирует из себя камешек. Да, наверное. Надо яд от лопаты кидать. Я думаю, не такой страшный. Это если его съесть на кожу. Ну, так наступишь, так же на кожу. Опа. Он сдох, наверное.
Нет? Да нет, это он покрылся слизью и песком, он погнался. Значит, он какой-то неживучий. Ну что, в природе есть такая фигня, прикидываться мертвым. А потом его выпустил, раз и все. Не, жабрами там что-то велось. Ну дышит, вон видно, эти жабры работают. Природа, блин. Отпускайте, не собрались два тут. Ну, мы вон нет. Там, как раз, а вода. А ты соучастница. Вода, видишь, ушла, идите ловите там всякую. А вон там можно пойти половить. Вода там спала, там вот. Дофига чего. Ну да, мы там ночью бродим. Ночью крабы там бегают. Нет, сейчас. А если оползают? Отшельники. Вот, скажи. Здесь я не видел, да, если их много очень, там вообще ночью. А отшельники что это значит? Отшельники — это такая ракушка с клешнями, спиралевидная, она так ползет прикольно. О, это, наверное, который вчера наступил. Это которые завоевывают чужие ракушки и там живут у них потом. Так вчера мы видели, когда там три отшельника набросились на ракушку, съели там ее. Не могли. А вы с фонариком ходили? Да. И все туда лезут, не могут залезть никак. Так, ну что? Ну все, все. Теперь посмотрим, как он стартанет. Ну меня текущие лепешки напугали, что правда. Я не знал, что это. Потом потрогал песок. Меня тоже напугали первый раз. Вот, уже оно почувствовало, что там сейчас будет свобода. Сейчас зароется. Сейчас как сквозанет. А ну, держи, ведерочка. Он уже не знает, куда плыть. Шокер.